Убийство Бориса Немцова еще раз показало, что власть в стране захватила банда. Это хунта, которая узурпировала власть в стране, отменив честные свободные выборы, запретив свободу средств массовой информации, развратив наши суды и правоохранительную систему. У власти те, кого называли братками в 90-х, это они сегодня понимают, что с такими, как Борис Немцов, невозможно договориться и невозможно купить. И тогда они заказывают это убийство. Мы не знаем, вряд ли, наверное, найдутся заказчики и исполнители этого убийства, как не нашли заказчиков и убийств Политковской, Старовойтовой, Литвиненко. Но мы все знаем, кто этот заказчик, кто этот генеральный заказчик, который сидит сегодня в Кремле и нажимает кнопки и шепчет на ухо своим приближенным. Нас не запугать, нас не перестрелять, нас миллионы. И мы придем на смену Борису Немцову, встанем в эти ряды. Мы знаем, за что его убили, за то, что он говорил правду, за то, что он написал доклады «Путин и коррупция», «Путин и итоги», за то, «Права на галерах». И, конечно, он делал ровно то, чем занимался Литвиненко в далеком Лондоне. Но он был близко, он был здесь, рядом, под боком. И, конечно, ему было в 100 раз легче остановить, что эти подонки и сделали. Дорогие друзья, мы когда-то с Борисом после одного из маршей 31 марта оказали...